Петровна тут залезла. Короче, это наш номер. Петровна, который выбила новый, разбирает заново гардероб. Там кондиционер. Тут огромный шкаф. Вот такой у нас шкаф большой. Такая смешная дверь в туалет. Решетчатая. Это у нас душ с тропическим, в том числе душем. Вот он тропический. Стекло, перегородка, унитаз. Ну, тоже просторное. Просто у нас там трильяж был, а тут одно зеркало. Тут стульчики со столиком. Ну, тут, конечно, у нас совсем другой вид на, с балкона. Шикарный. Там у нас был никакой, просто на пальмы на эти. У нас, мы были с той стороны, вон там наверху над крышами. А сейчас с другой видно все. Такой вот вид на бассейн, в котором я уже поплавал. Сейчас во дворе я поснимаю и еще скажу. Что-то пытается распогодиться, но ни хрена, тучи, дождь. Тут сушилка, но, честно говоря, ничего не сохнет. Влажность очень большая. Такое большое окно, тут вечером свет можно включить на балконе. Столик вытащить со стульями. А ноги вытащить? Ну вот такой вот у нас номер. Типа люкс. Опять ливанул дождь, короче. Опять все затянуло. Вот так вот в бассейне у нас... Ай, льет на экран. Вот такое веселое лето. Вера Петровна супец себе нашла. Вчера был такой, нет? У меня еще не проснулся. Сегодня у нас наконец-то солнце выглянуло после двух дней дождя. Да где сядешь, там и сядешь. А там у нас самост... А, ну здесь у нас соки, потом там выпечка, которую делают здесь прямо. Ну, выпечка. Можно разогревать, тосты делать. У нас сама как бы столовая получается, все садимся здесь под навесом. Приятного аппетита, Вера Петровна. Там у нас бар. Там где-то Вера Петровна, сейчас покажу, спиной стоит. Ну вот, наконец-то мы дождались хорошей погоды. Вот наш пляж, немножко штормит, но вода теплая-теплая.